Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Motorola Moto G85. И сейчас я покажу вам, как перейти в режим Recovery. Итак, для начала отключаем телефон, зажимаем кнопочку питания и увеличения громкости, нажимаем «Выключить». После полного отключения зажимаем кнопочку питания и уменьшения громкости. Держим так до появления логотипа. Или до появления такого меню. Здесь мы при помощи кнопочек громкости переключаемся между режимами, ищем Recovery Mode и нажимаем на кнопочку питания. Теперь нам нужно обойти данный экран. Для этого мы зажимаем кнопочку питания и увеличение громкости. И попадаем в режим Recovery. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.